В Омске 6-летний ребенок упал с 5-го этажа. Мальчик получил черепно-мозговую травму и ушиб груди. Причиной падения соседи и следствия называют не проблемы в семье, а белок. Почему грызуны стали появляться во дворах жилых домов и почему это опасно, расскажет Екатерина Хлемязева. Как 6-летний мальчик выпал с 5-го этажа, никто из жителей дома не видел, зато слышали. Как снег падает, короче, с крыши такой тяжелый. Ну, шкаф. Не, ну он нам землю не ударился сразу. Не знаю, приглушенный какой-то звук был. Я думала, что-то выкинуло. Вот шкаф, знаешь, как падает. Мать, как стало позже известно, вышла на пару минут в магазин. А когда пришла домой, ее ребенок уже лежал под окнами. К счастью, живое падение смягчили бельевые веревки соседей снизу. Вместе с мужем и двумя детьми женщина переехала в этот дом недавно. Старший по дому и все соседи. Соседи уверяют, семья благополучная. Он работает по вахте, двое детей у них, мальчик, девочка. Короче, она сидит дома, ну, постоянно, не было нареканий, потому что я в курсе дела. Она гуляет, а вот он буквально неделю назад уехал, и вот такая беда. Следователи считают, ребенок мог засмотреться на белок, которые часто бегают под окнами дома. Малыш перевесился через ограждение, чтобы получше рассмотреть зверька. К слову, то, что белки – частый гость, здесь неудивительно. Рядом с домом для них установлены кормушки. Белки, говорят жильцы, приходят из соседнего парка уже несколько лет. Ближе к зиме их становится больше. Они с парка бегают также по деревьям. Ну, ребятишки, они всегда такие любопытненькие, мог засмотреться. С приходом холодов омичи все чаще замечают лесных грызунов в своих дворах. Зоологи говорят, причина проста. В городах температура немного выше, да и еды рядом с человеком всегда много. Ищут ее белки по запаху, правда, привлекают их места специфические. Это старые районы города, где мусорки на улице. Там, где вот такая еда на мусорках, там и инфекций много. Поэтому, конечно же, даже они в городе живут, годами живут, надо не забывать, что это дикие животные. Вот, поэтому нужно с ними обращаться осторожно. Потому эксперты призывают следить за детьми, чтобы те не трогали грызунов. А в Следственном комитете начали проверку, действительно ли белки стали причиной тому, что ребенок выпал с 5-го этажа. Екатерина Хлемязева, Анатолий Серов, новости здесь, Омск.